политическая нестабильность в Болгарии грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе в целом. После объявления в понедельник о проведении досрочных выборов, седьмых за три года, возникают вопросы с назначением еврокомиссара от Болгарии, кандидатура которого должна быть предложена в конце месяца. Очаквам всъщност тези всъщност предизборни битки, които започнаха в Народното събрание още от сега, очаквайки есента да влезем в поредните избори, да имат отражение и за избора на еврокомисар. Затова, според мен, най-вероятно ще се стигне до решението настоящият еврокомисар, госпожа Иляна Иванова, да бъде новата кандидатура. Еще одна горячая тема – вступление Болгарии в зону евро. София намерена присоединиться к единой европейской валюте уже в 2025-м. Но непрерывный политический кризис размывает эту перспективу, отмечают аналитики. This now seems to be an elusive target. There was no positive report by the European Commission. The inflation target hasn't been met. And the caretaking government probably won't have the political muscle to bring those figures into control. Но и это еще не все. Болгарии вряд ли удастся получить европейские фонды, выделенные на восстановление экономики после пандемии COVID-19, поскольку для этого финансирования также следует соответствовать ряду условий.